Так, ну что, ребят, приехали мы в отель Sheraton Шарже. Это самый популярный отель у наших туристов. Очень близко к аэропорту, первая линия, невысокая стоимость. Сейчас пойдем смотреть, чем нас порадует этот отель. Лобби, ресепшн отеля. Здесь есть такая вот небольшая библиотека. Живые цветы. Елочка посредине стоит. И справа у нас стоечка регистрации туристов. И с левой стороны компании туристические, которые предоставляют разные экскурсии. И вот мы вышли к бассейну отеля. Бассейн расположен прямо у основного здания. Такая вот красивая территория. Выдают полотенца туристам под роспись. Здесь мне нравится больше всего. Kids Club зона расположена сразу в левой части отеля. Большая детская площадка. Зашел в детский клуб. Здесь никого нету почему-то. То ли обед, то ли все вышли. Такой вот небольшой детский клуб. Но он есть. Это хорошо. И вот буквально сразу перед отелем находится частный пляж отеля. Лежаки и зонтики бесплатно. Территория отеля, конечно, не очень большая, но достаточно красивая. Отель один из первых находится в Шарже, то есть все очень близко к аэропорту. Я думаю, трансфер будет составлять около 25 минут, 30 минут. Территория отеля. Достаточно компактный отель, небольшой по своей территории. Но учитывая стоимость отеля, то, конечно, территория красивая, все так сделано в арабских мотивах, компактно, чисто, мне нравится. Так, ребят, что, мы пришли в основной ресторан, он уже закрыт, впрочем, как обычно, но радует то, что вот видите, есть детская такая вот зона, да, для детей, маленькие столики, где детишки набирают сами себе еду. Это по типу, как в Турции. Такой вот ресторан достаточно большой. Идем смотреть номера. Так, ребят, ну что, обзор стандартного номера в отеле Sheraton Шарджа. Такая вот ванная комната. Отдельный душ. Переходим в спальню. Достаточно тоже просторные такие номера. Ну, я не знаю, 25-27 квадратов. Это номера без вида на море. Те номера, которые без вида на море, те выходят на саму Шарджу. Ну, номер достаточно тихо. Балкона нет, единственное, что. Так, и переходим дальше. Пришли мы в клубную часть отеля. Такая вот клубная зона для мембер Шератона. Сказали, подождите, сейчас покажем еще номера с балконом. Я подожду. И более, тут открывается, смотрите, какой вид. Вау, да? Из номеров, которые с видом на море, действительно, вид очень хороший будет. Здесь отчетливо видно, видите, идет волна. Но так как у отеля вот два волнореза, на пляже можно купаться. И вот вся территория как на ладони. Так, ну что, ребят. Обзор сюита в отеле Sheraton. Две вот такие вот зоны
одна зона, как бы гостевая зона, да, со своим отдельным санузлом. И вторая зона, это уже спальня. Вот здесь размещение 2+2, 4 взрослых. И одна спальня, как стандартная, сьют. С боковым видом на море. Соседний отель Coral. Такс. И достаточно большая такая еще гардеробная. И ванная комната. Тоже. Отдельная ванная и отдельная душевая. Такой вот сьют. Thanks. Так, ну что, ребят, отсняли мы Шератон. Вот. Очень были рады видеть нас. Мы приехали. Часто продаем этот отель. Взяли визиточку. Да, сказали, что для наших туристов будут самые лучшие номера, будут апгрейды. И если будут какие-то проблемы, мы будем их решать. Но, честно, отзыв положительный. Отель мне понравился. Стоит своих денег однозначно. Ну и подписывайтесь на наш канал на YouTube. Будут еще обзоры. Всем удачи. А мы поехали дальше.